В стране от коронавируса выздоровели без малого 64 тысячи пациентов. Зарегистрировано 68 503 человека с положительным результатом на COVID-19. Врачи провели 1 344 303 теста. Такие данные приводит Минздрав. Накануне работники социальной службы «Минские волонтеры» получили награды за вклад в борьбу с коронавирусом от Министерства труда и социальной защиты. Еще в марте территориальные центры соцобслуживания населения организовали доставку продуктов и лекарств на дом пожилым и инвалидам. Министерство здравоохранения Турции опровергло утверждение о росте числа новых случаев заражения коронавирусом на курортах страны. Накануне ряд российских СМИ сообщило о вспышке инфекции на турецких пляжах, ссылаясь на заявление местного министра здравоохранения. Выяснилось, что глава ведомства сообщил о росте заболеваемости в целом по Турции.